какое-то огромное наше общество. Не знаю, сейчас посмотрим, что там, да. Все, парни, я приехал на месте, там у меня карточка закончилась в камере, надо сейчас будет другую поискать, пока записываю на телефон. То есть вот здесь парковка, но здесь нужен такой же вот парковочный талон, который я вам уже много раз показывал, и здесь его сразу в этом аппарате можно купить, то есть он $30 на год, неограниченно во всех этих парках можно с ним парковаться. Вот, или можно там, если вы приезжаете откуда-то на день купить, он там дороже $10, по-моему. Но сегодня, видите, как мне повезло, я даже не знал, сегодня написано бесплатный день. То есть иногда у них есть такие акции, что эти парки все бесплатно. Вот. И как раз сегодня, ну я до этого еще ни разу не попадал, получается, это парк бесплатный, а у меня прошлогодний талон закончился. То есть куплю уже тогда потом, вот, чтобы сейчас время не тратить, пойду сейчас посмотрю сам океан, там он, я вижу, люди с досками ходят туда, он куда-то на гору, в общем, сейчас, ну вот, например, идут тоже, девушка с доской, там вон парни пошли, вот, в общем, пойду искать, где парковаться и смотреть, где там океан. В общем, парни, это просто обалдеть. Смотрите, какая тут просто красота. Это просто вообще что-то нереальное. А вон там, вон, вот там вон парковка далеко. Это вот там, где я запарковался. Вот, а вот с другой стороны, там, конечно, жесть вообще творится. Там такие вон эти самые волны. Ну, это отсюда они кажутся маленькие, я туда уже подходил близко. То есть они там с два человеческих роста или с три. Там люди на этих самых, на серфах катаются, на досках обычных без паруса. То есть это для них кайф, конечно, вот эти волны. Там их полно, вот этих катальщиков. И вот это вот, такой, видите, волнорез, там люди ходят. Они идут с него ловить, вот с него можно рыбачить. Вон они с удочками ловят. И там можно здоровую рыбу, кстати, поймать. Вот. Ну, я не хочу туда ходить, время тратить. Мне надо, короче, идти каяк и тащить его сюда. Единственный здесь недостаток, ну, там город какой-то вдалеке виден. Единственный недостаток, сюда его переть, фиг знает сколько. И тут, видите, какие буераки. Вот по этим буеракам его надо спускать. Вон, такие вон, жжж. То есть здесь тропинок нигде нету. То есть здесь везде идет обрыв такой. Это, видимо, волнами размывает. То есть вот тут я его могу спустить, да, вот по этой, короче. Получается. Ну, короче, по какому-то вот такому обрыву надо будет спускать. И потом обратно по нему тащить. Фух, ну все, парни. С Богом.